детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда спешишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда, постой? А я хочу, а я хочу опять по крышам бегать, голубей гонять, дразнить Наташку, дергать за косу, на самокате мчаться по двору. Вадик, привет! Сибирь на экране. Поздравляем тебя с твоим праздником. Я тебя очень люблю, Вадик. 50 это не страшно. Мы там были, нам понравилось. Если что, расспрашивай нас. Все, чтобы у тебя было хорошо, чтобы здоровье, дети, жена, чтобы все ладилось. Пусть у тебя будет все, что ты захочешь. Давай, за тебя! За тебя мы, Вадик, пьем наш домашний самогон. Самогон! Ура! Ну пока, дорогой, удачи! Привет, братишка! Поздравляю тебя с этой замечательной датой. Знаешь, я слышал, что люди, которые переехали в теплые края на юг, становятся ленивыми, им ничего не хочется. Они лежат себе на пляже, бананы вон растут, кокосы лежат, белый песочек, купайся, не хочу, уже курорт, уже в отпуске. Поэтому я тебе желаю на этом прекрасном острове не потерять сибирское здоровье, русский характер и пекушевское стремление что-нибудь делать. Надо что-нибудь делать. Шевелись! Днем рождения! Вадим, с днем рождения тебя! Наша вся семья поздравляет. Желаем тебе здоровья, исполнения всех задуманных планов твоих. Пусть тебе сопутствует удача, везение. Пусть будет всегда будет надежный тыл, гордость за своих сыновей. Здоровы твои близкие. Пусть у тебя будут силы, возможности преодолевать все преграды на своем пути.
мы вспоминаем, помним, дорожим, любим. Вы для нас очень близкие, дорогие люди. С днем рождения, с юбилеем, с красивой датой. С днем рождения! Всем большой привет! Привет! Дорогой мой брат Вадик, сегодня тебе 50. Я поздравляю тебя с этим прекрасным юбилеем. Что такое 50? 50 – это просто цифра. Возраст – это состояние души. Я желаю тебе всегда быть душой молод, чтобы ты был душой всегда молод. Здоровья тебе желаю на 20, энтузиазма на 30 и ума на 40. И долгие-долгие годы. Пусть ветер перемен в твоей жизни дует только с благими намерениями. Пусть дети тебя радуют во всем, а жена, Анечка, поддерживает тоже все твои начинания. Пусть мечты твои сбываются с легкостью. Пусть у тебя все будет хорошо. Так что приглашаю тебя в наш клуб «Кому за 50». Дорогой Вадим, мы от всей души, от всей нашей семьи поздравляем тебя с первым серьезным юбилеем. И пусть тебе повезет в жизни дальше так же, как везло все эти 50 лет. И как повезло нам, что мы встретили тебя, твою прекрасную семью на этом маленьком острове в Карибском море. 50 лет – это как 5-0 в твою пользу. 0-0 – это твое долгожданное рождение, 1-0 – твое беззаботное детство, веселое детство, 2-0 – это как беззаботная юность, 3-0 – твое успешное становление, 4-0 – это твоя мудрая зрелость, 5-0 – это твой опыт, ум, серьезность, все то, что ты уже к этому возрасту добился. И мы также желаем тебе одерживать победы постоянно до 10-0, даже больше. Вот. Всего самого наилучшего. С юбилеем тебя. Обнимаем крепко. Ты уже начинаешь? Включай, я уже давно начал. Начал? Вадик, привет. Привет из Омска. Привет из Сибири, из Снежки. Видишь, какая у нас погода шикарная. Горячими поздравлениями с красивейшей датой. Да, поздравляем тебя с юбилеем. Желаем тебе всего самого наилучшего, теплого, светлого. Здоровья сибирского. Обязательно. Несмотря, что вы в теплых краях. Исполнение желания, каких-то там проектов, всего-всего, то, что у тебя там задумано. Задумано, да, что все исполнилось. Вот. Конечно, здоровье, благополучие, семейного поддержка тепла. Семейная, это у тебя, я думаю, обеспечена прям по полной программе, потому что ты так хорошо постаралась. Окруженная любовью, вниманием и заботой. Вот это храни, это дорогого стоит, и это огромная поддержка. Держи хвост пистолетом и нос по ветру. С днем рождения! Поздравляем! 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 Бру! Вадик, с совершеннолетним тебя! С днем рождения поздравляю! Здоровья, счастья в личной, в семье и всего наилучшего в твоей цветущей молодой жизни! Вадик, и я ж тебя поздравляю с юбилеем. Ты у нас так далеко, далеко-предалеко, а хочется, чтобы был поближе. Приезжайте в гости. Всех любим, всех ждем. Особенно хочется увидеть Мишу и Наташу. Мы же ее не видели, а хочется увидеть. Твои тети с дядей уже тоже в этом году будут юбиляры. Приезжай к нам осенью
на день рождения. Счастья тебе, здоровья, обнимаем, целуем. Вадик, поздравляем тебя с днем рождения. Крепкого тебе здоровья, сибирского, несмотря на то, что ты живешь в странах жарких. Хорошего, доброго отношения в семье, позитива и много-много удачи. Целуем, поздравляем. Все, начало? Все. Все. Вадик, поздравляю тебя с днем рождения. Полвека прожил, еще полвека тебе прожить, здоровья, счастья, чтобы у вас было все нормально. И детей еще поздравь, и тебя с 23 февраля, Максима, и Мишу, и Аню, что вот таких парней родила. Всего доброго вам. Вадик, брат, с днем рождения тебя, чтобы у тебя было все хорошо. Ты и так делаешь все правильно по жизни. Делай так дальше все, и будет все замечательно. Здоровья тебе, всего самого хорошего. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения. Может, тебя уволят? Вадим, Анна, здравствуйте. Миша, отдельный привет. Вадим, поздравляем. Поздравляем вас с днем рождения. Хорошая цифра, хорошее юбилей. Число. Да, юбилей. Поздравляем всю семью, жену, детей. Чтобы все было хорошо у вас там. Очень о вас всегда тут беспокоимся, да. Зоя Владимировна беспокоится о вас всегда. Говорим о вас каждый раз. Скучает бабушка. Скучаем, ваша. Скучаем. Вадим, чтобы все было хорошо. Хорошо в семье, чтобы дети были умными, красивыми, сильными. Аннушка оставалась такой же красавицей и также сильно любила. Да. Да, дорогой сосед, с юбилеем тебя, Вадик. Самое главное тебе здоровье, удачи тебе в бизнесе, детям твоим тоже здоровье, счастье, супруге. Ну, в общем, всего самого хорошего. С юбилеем тебя! С юбилеем! Всем привет, Вадим, поздравляем вас с юбилеем, желаем вам всего самого наилучшего, успехов во всех ваших начинаниях, а главное здоровья. Мы по всем очень скучаем, целуем вас и обнимаем. Привет-привет, все на чемоданах. Похоже, что этот год будет на чемоданах. Привет, Вадим. С днем рождения. С днем рождения, с юбилеем. Вот мы сидим, когда мы только 2 дня назад как расстались, уже скучаем. Надеемся, да, что да. В этом году будем встречаться в Мексике, может быть, в Европе, может быть, в Доминикане, но мы должны встречаться. Желаем тебе всего самого наилучшего. У тебя супер замечательная семья. Передаю слово любимой жене. Вадим, мы все рады знакомству и надеюсь его продолжить на разных континентах, разных странах. И надеюсь, что мы будем встречаться не, там, не раз в 5 лет, а почаще теперь. И удачи тебе во всех новых начинаниях в этом году. Окей, Ирвин, давай. Кроме того, что морду портишь. Ага. Ну, короче, да, скажи, с днем рождения. Дейтую. Окей, с днем рождения. Окей, с днем рождения, хорошо отпраздновать. Да, мы побежали в аэропорт, поехали. Видишь, вот чемоданы были просто так. Мы перед самым выездом. Обнимаем, всего самого хорошего. Пока. Пока.
Брат, тебе сегодня полтос. С одной стороны, это уже хорошо. С другой стороны, это уже неплохо. И мы с тобой не виделись на сегодняшний день с 86-го года. Давай сделаем так, чтобы в следующие 50 мы встретились. Юбилей 50 лет у папы – большое и важное событие для всей нашей дружной семьи. Папа – глава семьи. Папа – это атлант, на плечах которого держится все. На его плечах помещаются все наши проблемы, все сложные задачи, ну и мы с мамой. Макс, мой старший брат, уже с этих плеч спрыгнул, но папа все равно каждому из нас готов в любой момент подставить крепкое плечо, подстраховать, помочь, ну и поддержать. Пап, спасибо тебе за все, что ты для нас делаешь. Мы с тобой ходили в походы, на рыбалке, плавали на лодке, катались на мотоциклах, джипах, квадроциклах, снегоходах, ездили на автогонки, писали прикольные видосы, испытывали GoPro и дроны на везучесть, и ты их всегда спасал. И вообще, пап, с тобой никогда не бывает скучно. Ты у нас эксперт не только в автомобилях, а вообще во всем. Дорогой Вадик, поздравляю тебя с юбилеем. 50 – красивое число. И пусть это число приносит тебе радость, удовлетворение в достигнутых тобой вершинах. Пусть будет счастье в вашей семье. Пусть гордость за своих детей тебя никогда не покидает. Они у тебя замечательные. И не оглядывайся назад. Впереди у тебя еще более счастливая жизнь. Самый трудный отрезок жизни ты уже прошагал. А дальше каждая ступенька в твоей дальнейшей лестнице жизни пусть называется счастье, любовь, радость, здоровье, достаток, путешествие, успех. Счастья тебе, мой дорогой. Аня, Вадик, а это дополнение к моему поздравлению. Пусть в этот день вас порадует снежные елки в нашем дворе, солнце, которое светит. Я вас очень жду. Приезжайте. Любимый, поздравляю тебя с твоим днем. Да, у тебя сегодня юбилей, и тебе исполнилось 50. Но когда я на тебя смотрю, то вижу все того же молодого романтичного парня, который встречал меня из университета с красивыми букетами цветов, который был полон креативных идей, который был весел, интересен. И я считаю, что ты не утратил этих качеств. Ты по-прежнему такой же романтичный. И мы с тобой также встречаем рассветы и закаты. И вот совсем недавно встречали рассвет на крыше нашего дома. И это было так здорово. И, кстати, это была твоя идея. И отправляемся в путешествие на пляж или в путешествие по горной реке на джипе без крыши. Ну, крыши, конечно, нет не только на джипе, но и крышу уносит у нас с тобой. Я хочу сказать, оставайся таким же романтичным. Целую тебя. Люблю. Всем привет. У нас утро, 5 утра. Декабрь месяц. Мы встречаем рассвет на крыше дома. Справа у нас звездное небо. Посмотрите, какие красивые звезды. А слева только забрезжил рассвет. Только забрезжил рассвет. Слева. Там сейчас будет вставать солнце. Рядом любимая женщина, снимающая меня на видео. Круто. Ваше здоровье.
какой-то гонщик гоняет с утра, не спится. Он еще с ночи? Угу. До дома доехать не может. Ты с крыши не упади, смотри, аккуратно. Падай высоко. Хочу тебя поздравить с юбилеем. Тебе и так уже много нажелали, но у меня будет одно важное пожелание. Давай отметим с тобой еще пару юбилеев по 50. Да, и не говори, что такого не бывает, потому что ты мой папа, который все может, и я это точно знаю. Помнишь ты поездку в лес, как на елку я залез, как ходили на рыбалку с удочкой наперевес, как с тобой строили замки на песке, синие до одури, купались мы в реке. Я хочу признание сделать в юбилей. Ты лучший в мире папа, нет тебя добрей. Разреши поздравить в эти 50. Пусть слова признания в твою честь звучат. Пап, сегодня твой юбилей. И мы хотим пожелать тебе всего самого наилучшего. Половина жизни, считай, уже прошла, но я надеюсь, что вторая половина будет еще лучше предыдущей. Ты всегда был с нами рядом. В трудную минуту помогал своим советом, своей мудростью в трудный момент. Я очень тобой горжусь. Хочу, чтобы ты провел замечательный вечер и замечательный день. Раз такая важная дата бывает только один раз в жизни. С днем рождения, папа! Feliz cumpleaños, que la pase muy bien, felices 50 y que todo lo que se proponga en este año lo logre con mucho éxito. Felicidades!
Максим, привет. Хочу сказать огромное всем спасибо за ваше видео поздравления. Я, честно говоря, был очень-очень удивлен, когда меня пригласили дети в ресторан, и мы на самом деле только 2 дня как с Мексики приехали. И в ресторане они мне показали фильм, который они сделали, и где я увидел всю свою огромную большую семью. Меня переполнили такие эмоции. Я в жизни такого еще не испытывал. То есть я сидел в ресторане, у меня такое ощущение было, что я праздную вместе с вами за одним большим столом. Так здорово, спасибо вам огромное, что вы нашли минутку, записали видеообращение. Мне так было здорово. Мы потом, когда приехали домой, я еще за несколькими рюмочками чая еще сидел, еще пересматривал, прослушал по несколько раз ваши поздравления, смотрел вам в глаза. И спасибо. Мы находимся на разных сторонах Земли, в разных уголках земного шара, в разных часовых поясах. И ваше усилие дало мне понять, что моя большая семья, она меня любит, и я тоже вас очень сильно люблю, крепко обнимаю, жду вас в гости. Спасибо вам огромное. Вы меня очень порадовали. Надеюсь, мы еще встретимся на юбилее, да, или просто на другом, на дне рождения. Все, всем пока. Вас целую. Крепко обнимаю, очень сильно люблю. Пока.